через тернии к звездам, через радость и слезы мы проложим дорогу. И за все слава Богу. И останутся в песнях наши лучшие годы. И останется в сердце этот ветер свободы. Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина, мать, мы до конца будем стоять. За тебя, Родина, мать, мы будем петь, будем гулять. За тебя, Родина, мать, и за страну трижды ура. За тебя, Родина. Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. Победа в Великой Отечественной войне сложилась из многих факторов. Ни один из них недооценивать нельзя. Тем не менее, некоторые факты известны не всем и не каждому. Сегодня мы поговорим о блестящей военной операции, с которой начался путь к Рейхстагу Знамени Победы. В Куйбышев, начиная с 15 октября, прибывает правительство, сюда прибывает военные атташе, вообще миссии, дипломатические миссии иностранных государств. И Куйбышев становится временно запасной столицей. Ноября 1941 года, когда фашистские войска стояли непосредственно под Москвой, неожиданно для многих государств Советский Союз провел одновременно три военных парада в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Московский, в том числе из-за близости к линии фронта, продолжался всего.